И не списывайте, ребята, не списывайте, на экзаменах не поможет. На ЕГЭ поможет, можно так сделать. Ну ладно, тогда поможет, тогда списывайте. Еще раз объясняю. Тот, который идет назад, бьет только в ноги. Только в ноги. И защищает голову. Сейчас еще раз пойдет туда, обратно. Делает руку. Тот, который идет назад, бьет в ноги. Понятно? Тот, который идет лицом вперед, бьет в голову и защищает ногу. Ребята, бьем в ноги. Чуть-чуть приседайте или наклоняйтесь больше. Не надо бить уровни корпуса. Ты с Каимом, Дова, бьет и дубачит в щитах на уровне корпуса. Ноги. И аккуратно. Не надо с такой силы бить сейчас. С Александрой, аккуратно. Колейтесь ее, отправлю тебя на соревнование. Это не он. Дайте две девушки. Понял? Одеваем его в качестве девочки. Понятно, ребята? Все поняли? Ребята, еще просьба. Разделяйте движение. Не, у вас в какой-то момент вы делаете так? Не надо так. Разделите. Вы ударили, отошли, чтобы вы сами понимали, что это отдельное движение. И еще просьба, ребята. Не надо гонять друг друга. Делайте помедленнее. Спокойно. Удар, отошли. Удар, отошли. Или удар и отошли. Но делайте паузу. Потому что вы начинаете друг друга гонять и делайте так. Хорошо? Приготовились. Щит! После каждого ее удара поднимай щит! Давай, 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 давай! Выше поднимай! Чуть вперед! Когда бьешь ее в голову, вытягивай руку! Заставляй себя вытягивать руку! Лучше. Леша, что такое? Давай, 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 давай. Все, сломали щит. Леша, ниже! Это в ногу! Вот. Данила, вытягивай руку с мячом. Нормально, нормально. Выше щит, заставляй. Хорошо. Еще. Вытягивай руку, прямо вытягивай, чтобы достать его. А ты чуть-чуть отходи, чтобы он не в упор как убил. Хорошо.
Сережа, выше щит! Сережа, поднимай выше щит. В какой-то момент он уносится. Заставляй, давай, 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 давай. Хорошо. Ходим по кругу. Все, 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 ходим по кругу. Я сказала, ходим по кругу. Ходим по кругу, я сказала. Серёга. Как зэки, да? Почему? Ходим. Как? Три раза кричать, чтобы они поняли, что... Надо же вот кто-то бегать чем-нибудь вкусненькое.